В Новосибирске открывается ежегодный Покровский фестиваль. В этом году он полностью будет посвящен музыке Георгия Васильевича Свиридова. В декабре исполнится 100 лет со дня рождения великого композитора. Фестиваль откроется премьерой. Песни странника на слова китайских поэтов 7-9 веков Георгий Свиридов написал в Новосибирске в первую военную зиму, когда находился там в эвакуации. Это сочинение для баритона и фортепиано. Однако композитор задумывал его с участием оркестра, и даже сохранились наброски. Специально для фестиваля оркестровую версию сделал петербургский композитор Геннадий Белов. Символично, что премьера новой версии сочинения проходит в городе, где оно создавалось. За дирижерским пультом маэстро Томас Зандерлинг, солист-баритон Алексей Зеленков. Ну и тревожная новость. Древние башни и крепости в Кабардино-Балкарии под угрозой полного исчезновения. Чиновники и местные жители...